этим людям можно верить, они верны своему слову. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Обожают путешествовать, предпочитая при этом поездки на автомобиле, так как их успокаивает шелест шин. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Этим людям нравится спор, они физически развиты, сильны и выносливы. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Буква «О» в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Значение буквы «Ш» в имени говорит о спокойствии и стабильности, тонком чувстве юмора, аналитическом складе ума. Человек с буквой «Ш» в имени имеет развитое чувство юмора. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Для человека с буквой «О» в имени характерна богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. В материальном плане эти люди ориентированы на результат в виде финансовой выгоды. Буква «З» в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Будучи честолюбивыми, они часто идут в политику и благодаря ярко выраженной индивидуальности могут достичь высоких положений. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Дорогой друг! Поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.